Дочки Алиева перевели на счет в Дубай 15 миллионов евро со счетов Pilatus. Дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла и Арзу перечислили 14,9 миллиона евро со своего счета в Pilatus банк дубайской компании Palma Consulting ДМК. Трансферы были проведены тремя отдельными операциями с 2015 по 2016 год. Об этом сообщает Malta Today. Подробности отмывания денег правящим в Азербайджане кланом всплыли во время судебного расследования, которое было начато после убийства журналисты Дафни Галиции. Галиция утверждала, что азербайджанские деньги были связаны и с правительством Мальты. По ее информации, 1 миллион долларов был переведен из того же банка на счет бывшему главе администрации премьер-министра Мальты Кита Шембри и бывшему министру энергетики Конраду Митцце. В 2017 году Дафни Галиция была взорвана в собственной машине. Это убийство вызвало внутриполитический кризис на Мальте. Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустили новые видео.